Оль, как ты думаешь, прошло 100 лет, и вдруг ни с того ни с сего пишет бывший, как ни в чем не бывало? Слушай, ну вдруг он наткнулся на ваше совместное фото. Но на самом деле возвращение бывших – это тема для отдельного разговора. Обсудим? У нас сегодня в гостях Маша Самарина. Машу я прекрасно знаю. Маша – специалист по подсознанию. Маша знает про подсознание все, особенно про подсознание женщин. Да, а сегодня мы вместе с Машей узнаем тоже что-нибудь еще, чего еще с тобой не знаем. Машуль, ну самый главный вопрос вот для всех, для нас, для женщин волнующий. Ну почему мужчины возвращаются? Почему это происходит? Причем возвращаются тогда, когда уже, знаешь... Когда их никто не ждет. Когда их уже никто не ждет, да. Ну, тут, конечно, важно понять, на самом деле мы их не ждем. Или мы внутренне очень хотим, чтобы они вернулись. Ну, какое-то время первое очень ждем, а потом это ожидание, естественно, начинает рассеиваться. Давайте разберем механизм, почему те или иные люди появляются в нашей жизни. И я буду использовать слово «карма», несмотря на то, что многие люди его боятся. Ну, ничего, не боимся, мы очень смелые люди. Отлично, отлично. Давайте воспринимать это как некие причинно-следственные связи. Да, вот, что мы однажды посеяли в нашем сознании, то и разворачивается в нашей жизни. И тот или иной человек приходит в нашу жизнь для того, чтобы мы внутренне что-то проработали. Несчастная любовь, какие-то проблемы в отношениях, что-то не складывается, этот человек нам нужен для того, чтобы мы поняли, на какую болевую точку он хочет нам надавить. То есть мы думаем, что у нас есть вторая половинка. Люди вообще думают, что существует вторая половинка, с которой мы всегда будем счастливы. И это самое огромное заблуждение. Нет, ее нет. В 99% случаев нам парни, мужчины, женщины даются для того, чтобы мы как бы вскрыли наши самые болевые точки. Вот тут следующий у меня вопрос, он просто на поверхности лежит. Вот смотри, есть болевая точка. Да. Вот попался человек, благодаря которому произошло это, ну, показание этой болевой точки. Смотри, раз происходит расставание, ты как мудрый, осознанный человек, допустим, идешь к Маше за помощью, обращаешься, ты сам справляешься, и эту болевую точку прорабатываешь. Она у тебя проработана. Почему спустя 5 лет тебе этот человек был дан для того, чтобы ты проработал эту свою болевую точку? Вообще, вот ты говоришь, ждем, не ждем, неважно, ждем его, не ждем, но мы с его помощью сделали работу над собой, пошли дальше. Почему он возвращается? Вот мы как бы к этому же моменту. Вот если ты проработала, он вернется в другой ипостаси. И это, на самом деле, очень редкий случай. И знаешь, такой вернется и говорит, да, забыл тебе сказать. В другой ипостаси. Это значит, он вернется, смотри, все по созвучию. То есть он вернется с какой-то другой... Миссией. Да, с абсолютно другой задачей. То есть он не вернется, чтобы... А можно, чтобы с другой миссией вернулся другой? Можно, конечно. А не он. Ну, видишь, нас сегодня... Потому что он уже не нужен. Нет, смотрите, девочки. Если ты про его проработал. То есть вот у нас есть внутри наша некая составляющая. Мы сюда пришли, в это земное воплощение, чтобы внутри становиться чище, легче, проще, добрее, правильно, эволюционировать. Люди вокруг, они притягиваются под эти задачи. Вот ты проработала, через 5 лет он появляется опять. Но он не появится для того, чтобы надавить тебе на ту же самую болевую точку. Он может появиться, чтобы дать тебе какой-то следующий толчок вперед. Следующую болевую точку. Возможно, следующую болевую точку. Но еще важную вещь хотела сказать, что вот он вернулся иногда, если это до 7 лет, то так как женщина выступает донором, если была сексуальная связь, то мужчина на протяжении 7 лет, он как бы питается женщиной. Маш, а почему вот именно 7 лет женщина донор для мужчины? 7 лет — это вообще число Вселенной нашей. То есть оно каждые 7 лет человек обновляется на физическом уровне и энергетическом. Да, это число партнерства, но в данном ключе человек обновляется на энергетическом уровне. И на физическом даже. Клетка, да, там, ну, есть научные доказательства, что 7 лет нам требуется, чтобы обновить наш организм. На энергетике то же самое происходит. И вот они были в паре, у них был сексуальный контакт, и с последнего раза идет 7 лет, когда от мужчины тянется к женщине такая, ну, энергетическая трубочка, можно так это сказать, которая берет энергию. Машуль, ну точно, эту энергию точно можно прервать за эти 7 лет. Женщина, может, есть какие-то практики же, да, и об этом много пишут и говорят, что... То есть ты хочешь сказать, что это 7 лет, если живет каждый по-своему, неосознанно, и оно само по себе через 7 лет пройдет. Но это можно... завершить, да? Чтобы не держать, вот, чтобы не кормить, как скажем, этого мужчину своей энергией. Конечно, да? Это можно завершить, но существует... А нужно ли?
Однозначно, ведь энергия — это твой потенциал, то, на что ты способна в этой жизни. Если у тебя утекает куда-то энергия, то у тебя меньше сил, у тебя меньше возможностей для творческой реализации. А давай расскажем, а он как... ее берет и берет. А давай расскажем, да? Как завершить эту энергию, чтобы да, бывшие скажи. Не возвращались. Вот если мы не хотим, чтобы они к нам возвращались, не хотим, чтобы они из нас тянули. Пусть новые приходят, но не бывшие. Вот смотрите, мы уже с вами выяснили, что существуют энергетические канатики. Да. И есть люди сенситивы, то есть чувствительные, да. Которые могут прям почувствовать этот канатик. Угу. Если они потрут ручки свои, угу. Там настроятся, они могут их почувствовать. И может сейчас каждая женщина попробовать подумать о каком-то мужчине, вы, например. Угу. И... попробовать нащупать этот канатик в районе пупка. Обычно он там крепится, угу. Потому что там находится как раз энергетический резервуар. Угу. И у меня сейчас там обед крепится. Так тоже бывает. Мне тоже. Все канаты заняты, они держат обед. Думая об этом мужчине, прям сфокусированно, однонаправленно, можно попытаться почувствовать этот канатик и обрубить его мысленно. Но это не будет работать до тех пор, пока она не проработает в сознании. Вот ты энергетически их обрубишь, но он вернется, если в сознании ты не проработала это. Вот расскажи нам, как девчонкам, которые страдают от того, что у них произошло расставание, правильно и в голове все обрубать, и энергетически. Если они не хотят, чтобы он больше возвращался. Да. Шаг первый. Нам нужно понять, какую потребность он реализовывал для нее. Ну, например, это забота, это самое основное. Забота, любовь. Да. Внимание. Внимание, да. Там много на самом деле. Спасение от одиночества. Ну, верно. Это важнейший фактор. Шаг второй. Ей важно понять, а когда еще были такие ситуации, когда кто-то извне реализовывал эту потребность для нее каким-то, может быть, прямолинейным или кривым способом. То есть кто-то не мужчина, а кто-то другой. Без разницы. Подруга, мама. Да. Там. Очень часто это все из домашнее детства. Животное. Да. Ну, вот все всегда, психологи всегда говорят про детство сразу же. Так а вспомни, что было, в нашем детстве, очень сложно. Да, поди вспомни. Даже не важно, потому что если у нее есть вот эта тенденция сознания, что я эту потребность реализую через кого-то стороннего, не через себя, она будет это делать каждый день. И следующий наш шаг, это, конечно, проработать. То есть это внутри отпустить эти обиды, понять, что ты можешь мыслить иначе, ты можешь эту потребность удовлетворить сама. А ты можешь ее удовлетворить сама? Конечно. Любую? Любую. Вот сейчас любую. Но я прошла через ад, боль, пот, кровь. Меня жизнь научила. И нас всех жизнь учит. Конечно. Вот существует два пути. Путь страдания, мы все им идем, и путь радости, это путь осознанности. И путь осознанности — это ой, какой труд, внутренний, не внешний. Бывшие, как боль, тяжесть или вздутие в животе, появляются всегда не вовремя, нарушая все планы. Но если избавиться от бывших непросто, то повлиять на проблемы ЖКТ можно. Помочь справиться с симптомами таких функциональных заболеваний желудочно-кишечного тракта может Тримедат. Он помогает нормализовать чувствительность желудочно-кишечного тракта, справиться с болью, тяжестью в животе и нарушениями стула. Тримедат начинает работать уже с первой таблетки, но для нормализации чувствительности ЖКТ необходим курсовой прием. Поэтому не бросайте лечение при первом облегчении. Курс Тримедат 4 недели, чтобы симптомы дольше не возвращались. А все-таки по статистике, когда вот мужчины возвращаются и больше, чем женщины, часто складываются потом отношения или нет? Нет. Нет, да? Нет, практически никогда не складываются, потому что она не прошла внутреннюю трансформацию. Он не прошел ее. Они притягиваются на то же самое. А если вот он пришел и говорит такой: прости, я все понял, я все осознал, пусти, я больше так не буду. И она ведь пустит. Конечно. Она пустит, да. Конечно. И чем это заканчивается? Ну, обычно это заканчивается тем же самым. То есть они ходят по кругу. Угу. Ведь они ничего не изменили внутри. То же самое. То есть получается, раз человек тебе дан для чего-то, и эта ситуация пришла, то все, до свидания, забыть и идти дальше. Ну, как-то больше. Не-не-не, подожди. Если ты просто пройдешь мимо, опять не осознавая, но придет другой актер, он просто некий актер, выполняющий в твоей жизни определенную функцию. Нельзя отмахиваться. То есть ты в любом случае, пожалуйста, будь добра осознать, для чего он пришел. Это прекрасный знак, прекрасное зеркало внутреннего процесса. Маш, вот вернулся к тебе бывший. Как избавиться от бывшего, чтобы он не сосал твой энергетический канал? Ну вот давай, мы прошли 3 шага. И после это голова. Это голова. Да, это голова. И вот здесь ты можешь взять и обрезать эту связь. То есть ты можешь реально на энергетике ее разорвать. Ты можешь показать для наших телезрительниц упражнение, как это сделать? Конечно. Вот вы настраиваетесь на образ этого молодого человека.
и можно подумать о нем. Мысленно, можно, да? Представить мысленно, его мысленно. Да. Так. Можно вспомнить какие-то ситуации, и, скорее всего, твое тело откликнется в каких-то точках. Обычно это грудь, живот, иногда это низ живота, если была активная половая связь. И эти точки тебе нужно освободить. И ты, представляя этого молодого человека, ты буквально обрубаешь мысленно эти связи и отправляешь эти канатики связи этому молодому человеку. Это подсознательный процесс освобождения. Каждая женщина знает, что расставание с мужчиной часто ведет к радикальным переменам. Мы меняем прическу, красим волосы, а чтобы результат был роскошным, важно не забывать о правильном уходе за волосами. Капус – профессиональная косметика для волос. С ней вы получите салонный уход дома. Капус Macadamia Oil – уход на основе натурального масла благородного ореха. Это не только спа-программа для красоты ваших волос, но и настоящая ароматерапия для гармонии души. С Капус вы выглядите и чувствуете себя прекрасно. Маш, мне в личку пришло сообщение. Мы уже скоро год как расстались с мужчиной. Он уже счастлив в новых отношениях, а я все не могу забыть. Что мне делать? И таких сообщений просто да, тысяча. Да, и мне то же самое. Я прекрасно понимаю эту женщину, потому что сама проходила эти этапы. Я помню, как это больно. Долго. Ей нужно осознать, какую потребность он для нее реализовывал. Ей нужно пройтись и увидеть тенденцию своего сознания, понять, как она еще проигрывает это в своей жизни. Потому что это то же самое есть у нее и в работе, для чего он ей нужен, и в работе, и с детьми, и с родителями. То есть ей нужно принять вот это внутреннее решение, что я хочу раскрывать свой творческий потенциал, то есть я жить до хочу. До тех пор, пока женщина не начнет жить своей жизнью, она так и будет вариться в этих низменных вибрациях, да, там всякие привороты, пасти бывшего и так далее. То есть ей нужно полноценно своей зажить своей не будет, жизнью. Не да. будет, да, Маш? Но для этого ей нужно принять внутреннее решение. Которое самое сложное. А чуть-чуть для этого нужно остановиться. То есть, потому что у нее нет даже минуты для того, чтобы вот выйти и подумать. Побыть в состоянии нейтрала, наверное, такого. А что я вообще здесь делаю? Почему я наблюдаю за его аккаунтом? Почему мне это интересно? А живу ли я? Есть ли у меня живая жизнь? Есть ли у меня творчество? И если она захочет жить, она очень легко оттуда выйдет. Вот. Если она не захочет жить, она так и продолжит переживать его жизнь. То есть проживать чужую жизнь. То есть получается, что только внутреннее решение. Изначально, да. Изначально, круто. Да. Чтобы спокойно пережить появление бывших, важно быть уверенной в себе. А после 40 лет и настроение, и красота, и здоровье зависит от состояния гормонов. Естественный гормональный уровень можно поддержать. Фитогормоны – это растительные вещества с эстрогеноподобным действием, способные заместить нехватку собственных эстрогенов. Помогают держать вес, сохранять эмоциональную стабильность и крепкий сон, поддерживать плотность костей. Циклим – негормональный растительный лекарственный препарат, который устраняет проявление климакса, замедляет старение кожи за счет усиленного синтеза коллагена. Таблетки Циклим изнутри и крем Циклим снаружи – вот ответ на вопрос, как в 50 лет выглядеть на 35. Маш, вот ты в начале программы говорила про карму. Как ты считаешь, можно ее изменить, поменять? Мы сюда и пришли для того, чтобы ее менять. То есть карма — это не то, что неизменно. Вот человек, когда рождается, в секунду... А вот это когда говорят «плюсик к карме»? Ну, это так, это шуточка. Вот человек, когда рождается, ему в секунду и время рождения дается матрица сознания, его кармические задачи. И главная задача земного пребывания — это выйти за пределы этой матрицы. То есть выйти за пределы кармы, проработать, видя, используя людей, которые к тебе приходят, как зеркала, видя, для чего они тебе даны, какие уроки тебе нужно пройти. Вот это и есть управление реальностью. Получается, Маша, что все люди даны друг другу для проработки ситуации. То есть бывшие возвращаются, реализуя свою карму. Только для этого. Только для этого, да. А партнеры? Только для этого. Вот мы с Ольгой работаем, есть тоже друг для друга чего-то даны? Только для этого, да. То есть не просто так? Не, не просто так. Вот наше, так вот. Смотрите, наше самое ближайшее окружение – это наша самая большая карма. Дети, родители, мужья, партнеры, любовники и так далее. Друзья. Вот, друзья, кто ближе всего к нам, это самые такие огромные яркие зеркала. Вот то, что нас бесит в них, выводит, не нравится. То есть чем хуже, тем лучше получается. Надо посмотреть в себя. Да. Обычно люди, которых мы так раздражаем, они не смотрят просто в какие-то свои глубинные моменты, которые Мы будем думать, да,
только о хорошем, ну, конечно, после такой все стало понятно, программы. Маш, спасибо, Маш. Тебе огромное. Класс, спасибо, девчонки, было очень приятно. Да. Спасибо. Много нового узнали. Спасибо. Есть масса причин, почему возвращаются бывшие, но на самом деле это всегда проверка для тебя, счастлива ли ты. 100%. И если ты счастлива, то возвращение бывшего пройдет для тебя абсолютно незаметно. Скажи, подруга. Да, подруга.